И вот наша посылочка готова к отправке. Вот так мы ее упаковали. Вот такая она большая. Это максимальный вес здесь и размер максимальный. Я ее повернула так, чтобы не было видно адресов для зрителя. Это не так важно, не столь это важно. Конечно, я переживаю, пройдет ли он по весу у нас, не будет ли расхождения у нас в весе, потому что не должно при максимальный вес 20 килограмм. Весы показали 20 дома, но не дай бог здесь оно покажет 20 килограмм и чуть больше. Тогда придется посылку раскрывать, что не самое приятное. А теперь мы ждем открытия почты и будем надеяться на лучшее. Ну вот и все, посылку мы отправили, сдали, как правильно сказать. А, слава богу, по весу она прошла, все просто замечательно. И что, будем ждать, она через недельки-две дойдет. Самое малое, что нужно, это 2 недели. Может быть, даже больше, может быть, и до месяца, может быть, по-разному. А стоимость посылки 90 евро. Цены высокие, но что поделать, как говорила моя мама, цены для всех одинаковые. На этом я видео заканчиваю и говорю всем пока, до свидания, всего вам доброго.